если бы эти бои были бы дозволены. А это харам. И два мусульманина не разногласят в том, что бои без правил являются харамом. По единогласному мнению. И заработок на этом харам. И заниматься меценатством с денег, заработанных с харама, является издевательством над Всевышним Аллахом. Точно так, как человек, который продавал наркотики какого-нибудь Эскобара, а потом мечети построил и людям колодцы в Африке вырыл и так далее. Там потом скажут, он глумится над религией Аллаха. Курайшиты так не делали. Курайшиты, когда сгорела Каба, поставили условия, чтобы с харамных денег не собирали деньги, то есть заработали на хараме, чтобы возвысить Кабу заново. Поэтому у них не хватило денег, и они Кабу не построили на фундаменте Ибрагима. Курайшиты понимали, что нельзя садака давать, то есть ради Всевышнего Аллаха деньги тратить на хараме заработанные. В наше время же, субханаллах, фильмы снимают, а те, кто зарабатывает деньги на хараме, друг другу морды бьют, а потом занимаются меценатством. Ва инна лилляхи, ва инна илейхи раджиун. Куда катится эта община?